Ребята, всем привет! Сегодня я вам покажу, как на этой неделе китайские разработчики допиливают текущие прошивки, а также мы с вами заценим новые возможности, которые появятся уже в MIUI 11. Поговорить есть о чем, поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем! Первое, что сразу бросится в глаза, это новый шрифт. Вернее, он старый, но его немного апнули. Теперь он стал немного жирнее, и это делает ему отсылку к шрифту от Google. Теперь оболочка смотрится более интереснее с ним, ведь он распространяется на всю систему, и что немаловажно, кириллица с ним также подружилась. А как вам вообще такое решение от разработчиков? Свое мнение напишите в комментариях. Переходим дальше. В разделе «Передача изображения на телевизор» полностью переделали интерфейс. Теперь нам тут показано, как может передаваться то самое изображение. Миниатюры приведены в пример. Помимо этого, можно увидеть и демо-варианты того, как это будет выглядеть. На примере документов, игр и медиа разработчики показывают все возможности обновленной технологии в оболочке MIUI. В разделе «Дисплей» переделали возможности темной темы. Теперь помимо принудительного включения этого режима, мы можем выставить его включение по расписанию. Согласитесь, это удобно. А особенно это оценят те, кто любят автоматизированные действия в своем телефоне. И вдобавок к темной теме, в шторке быстрого доступа добавили кнопку с быстрой активацией этого режима. Теперь не придется лезть в настройки, чтобы принудительно включить эту возможность. Приложение «Безопасность» решили перерисовать. Теперь все находится в одной таблице и в одном месте. Правда, есть пока небольшой косяк – менюшка на китайском. Но интуитивно понятно по миниатюрам, за что отвечает каждый раздел. А как вам такое решение? Тоже об этом напишите в комментариях. И последнее на сегодня – это новые анимации. Теперь, когда на экране блокировки мы хотим быстро открыть камеру, у нас будет отображаться переработанная анимация. Помимо этого, обновили и анимацию разблокировки телефона, и теперь при попадании на рабочий стол с экрана блокировки нас также будет ожидать новая анимация. Всю самую свежую и актуальную информацию вы всегда сможете найти в нашей группе ВКонтакте. Живое общение, помощь по различным вопросам и новости из мира IT – все это находится там. Переходите и подписывайтесь, ссылка в описании. На этом у меня на сегодня все. Поддержите это видео лайком и не забывайте о наших социальных сетях. Ссылки будут в описании. Сегодня с вами был Илья, и всем до новых встреч!